қайырлы күн қазақстан республикасы президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметі тікелей эфирде өз жұмысын бастайды бүгінгі өтетін баспасөз мәслихаты ұлттық ұландағы қызметтің ерекшеліктері туралы болады еліміздің басты медиа алаңына келген спикерлермен таныс болыңыздар қазақстан республикасының ұлттық ұланы әскери кеңесінің хатшысы савердин эмиров карлович шақыру жасақтау бөлімінің бастығы айдарбаев фархат қайсанович және қазақстан республикасының ұлттық ұланының баспасөз хатшысы Жангулин руслан тұрғанбайұлы құрметті спикерлер біздің алаңға қош келдіңіздер Сәверден карлович алдымен сөз кезегі өзіңізге беріледі сәлеметсіздер ме қадірлі қауым қазақстан республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдық тойын ұлттық ұлан жауынгерлері зор класспен қарсы алып жатыр халқымыздың егімендік жылдарындағы байлығы тыныштық бейбітшілік және келісім бұл құндылықтарды және қоғамдық қауіпсіздіктің сақтау үшін ел қорғаны ұлттық ұлан тағайындалған ұлттық ұлан ішкі істер органдарының ажырмас бөлігі олар қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін азаматтардың бостаныны мен құқығын қылмыстық және басқа да заңға қайшы әрекеттерден қорғайды біздің жауынгерлер қала көшерінде қоғамдық тәртіпті қорғайды аса маңызды мемлекеттік нысандар мен түзеу мекемелерін күзетуде күн сайын алты маңнан аса әскері қызметшілер қоғамдық тәртіпті сақтау үшін полициямен бірге жауынгерлік қызметке шығады Ұлтты ұланның қатарында қызмет ету ол үлкен абырой мен құрмет сондықтан жас азаматтарды ұлттық ұлан қатарына қызмет етуге шақырамыз әскерімізде қызмет етуге барлық жағдай жасалған әскерлер лайықты жалақы түрлі әлеуметтік көмектер және баспанамен қамтамасыз етіледі осы және басқа сұрақтар туралы бүгін сіздерге қысқаша айтып кетеміз уважаемые сограждане ратная служба и воинская доблесть испокон веков в народе пользуется особым почетом и уважением На страже внутренней безопасности страны, мирного и созидательного труда казахстанцев, стоят воины Национальной гвардии Республики Казахстан. Национальная гвардия предоставляет собой достаточно укомплектованную, мобильную, профессионально подготовленную военную организацию, способная в пределах своих полномочий гарантированно обеспечить общественную, общественную безопасность в стране. Национальная гвардия входит в единую систему органов внутренних дел и предназначена для обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных противоправных посягательств. На Национальную гвардию законом возложены 9 задач. Так осуществляется охрана 12 стратегических и трех особо важных государственных объектов. Обеспечивается надежная охрана 42 учреждений уголовно-исполнительной системы. Осуществляется конвоирование осужденных и лиц, заключенных по стражу железнодорожным и автомобильным транспортом, а также обеспечивается заседание Верховного и Военного Судов. Личный состав принимает участие в охране общественного порядка в 19 городах страны, благодаря чему в прошлом году уличная преступность была снижена на 52,2%. Только в первом квартале текущего года войсковыми нарядами задержано 3761 правонарушителей. Из них 276 человек с признаками преступлений. Изъято 25 единиц холодного и огнестрельного оружия. Взыскано в доход государства штрафов на сумму 2 миллиона тенге. Личный состав выполняет задачи по охране общественного порядка и при проведении в стране общественно-массовых, спортивных и культурных мероприятий, они с честью выполнили задачи по охране общественного порядка в ходе проведения саммита ОБСЕ, Азиады, Экспо и других крупных мероприятий. Личный состав участвует в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Там, где люди оказываются в беде, туда первыми приходят войны Национальной гвардии. Так было и при наводнении в Алматинской, Туркестанской, Карагандинской областях. При взрыве снаряда в городе Рысь, При лесных пожарах по в Павлодарской и восточно Казахстанских областях. В текущем году наши воины из снежных заносов эвакуировали 326 человек и 112 единиц техники. В условиях пандемии личный состав Национальной гвардии несет боевую службу в особом режиме. Военнослужащие активно привлекались в обеспечении карантинных и санитарных мероприятий в условиях чрезвычайного положения и ограничительных мер. Подразделениями радиационной, химической, биологической защиты проведена специальная обработка, дезинфекция 158 различных объектов в семи городах страны. В общей сложности обработано более чем 671 гектаров площади. Осуществляются противоэпидемиологические мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции и в воинской среде. Служба Национальной гвардии является действительной школой патриотизма и мужества. При выполнении возложенных задач, защищая безопасность граждан, зачастую рискуя жизнью, наши военнослужащие проявляют будительность, решительность и мужество. Нам есть кем гордиться. За мужество и самоотверженность при выполнении задач в условиях пандемии – Двое военнослужащих награждены орденами посмертно. 52 военнослужащих медалью халла Всего за годы независимости государственными наградами награждены 214 военнослужащих Национальной гвардии. Из них 25 посмертно. Подвиги воинов Национальной гвардии широко освещаются в средствах массовой информации, экранизированных художественных документальных фильмах, такие как «Шестой пост», «Газбат», которые основаны на реальных событиях. В настоящее время в стране идет призывная кампания. Ежегодно на срочную службу Национальной гвардии призывается более 13 тысяч человек по экстерриториальному принципу. Для солдат срочной службы созданы необходимые условия для службы. Обеспечивается полноценное питание и медицинское обслуживание. В ходе службы солдаты приобретают дополнительные знания, навыки и воинские специальности. Получает рекомендации для дальнейшего трудоустройства в полицию или в воинские части Национальной гвардии по месту жительства. Так, в прошлом году более 500 солдат остались в войсках на службу по контракту. Более 2000 выволенным в запас солдатам были выданы рекомендации для службы в полиции. Пользуясь случаем, мы приглашаем молодых людей до 27 лет поступать к нам на службу по контракту. В период воинской службы в Национальной гвардии военнослужащим по контракту созданы необходимые условия для всестороннего развития личности, физической закалки и профессиональной подготовки. Эти качества формируются в системе государственно-правовой, командирской и боевой подготовки, а также в процессе воинской деятельности и выполнения служебных боевых задач. Имеется социальный пакет, предусматривающий военнослужащим и членам их семей социальные льготы и права. Военнослужащие находятся на полном государственном обеспечении и медицинском страховании. Своевременно выплачивается денежное содержание, обеспечивается продовольственным удовольствием и вешевым имуществом. Практически решен жилищный вопрос военнослужащих. Предусмотрена выплата денежной компенсации за аренду жилья. А выпускников школ и гражданскую молодежь мы приглашаем поступить в Петропавловский военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан который является единственным в стране вузом, который был образован на заре независимости и которому первый президент Республики Казахстан Ельбасе Нурсултан Абич Назарбаев лично вручил боевое знамя. Выпускники нашего вуза сегодня проходят воинскую службу не только в рядах Национальной гвардии, но и в подразделениях службы государственной охраны, Министерства обороны, пограничной службы Комитета национальной безопасности, а также в некоторых подразделениях силовых ведомств. На базе военного института комплектуются кандидаты для обучения в военных вузах России, Турции и Китая. На сегодняшний день в 29 военных вузах зарубежных стран обучается 265 курсантов. С условиями поступления на воинскую службу по контракту, а также для учебы в Петропавловский военный институт, вы можете ознакомиться на официальном сайте Национальной гвардии. Уважаемые соотечественники! Военнослужащие Национальной гвардии с честью и достоинством выполняют свой воинский долг по защите Отечества. Они оправдывают свое предназначение и сегодня вносят весомый вклад в дело укрепления общественной безопасности и правопорядка в стране. Спасибо за внимание. Савердин Карлович, Кубрахмид, Мангзах, Прадпимбульский НГЭ и ИНДБС. Сравшева, какие из их перемесей? Хазар, эпит, ситуация, Байланст, Олтукуланда, вакцинация на Охана, Калай Жирбжата, Русажанда, Ахпрадпимбульский НГЭ. Прошу Антоана Я. Yeah. егер жалпы айтатын болсақ бүгінгі күні мемлекет басшысының тапсырмасы аясында ұлттық ұланда әскерлер вакцинациядан өтіп жатыр бүгінгі күні егер алатын болсақ жеке құрамның 34 пайызы вакцинациядан өтті бұл науқанды жалпы әскерімізде еліміздің осы үстіміздегі жылғы бірінші маусымға дейін аяқтау жоспарланып отыр жалпы әскерлер біздің аумақтарда полиция департаменттерінің емханаларында және жергілікті жерлердегі емханаларда егу шараларын алып жатыр бір айта кетерлігі мұның барлығы еркін түрде өтіп жатыр және де мерзімді қызметтегі сарбаздар да сәйкесінше қазіргі уақытта вакцинациядан өтіп жатыр рахмет біздің журналист әріптестер тікелей байланыста хабар жиырма төрт арнасының журналисі анна шолгина анна добрый день пожалуйста ваши вопросы Здравствуйте, у меня такой вопрос. Как сейчас продвигается вакцинация среди в рядах Нацгвардии? И с учетом того, что сегодня КАЗВАК уже начинается вакцинация препаратом КАЗВАК, когда он поступит к вам и когда уже начнут служители Нацгвардии смогут выбирать между вакцинами? Карнович, Спасибо за вопрос. Вакцинация военнослужащих находится на особом контроле руководства Национальной гвардии. Вакцинация проводится в добровольном порядке. На сегодняшний день провакцинировано первым компонентом 10 608 человек, вторым компонентом 606, 606 человек. Вот. Конечно же, мы одномоментно не можем всех вакцинировать, потому что это связано с спецификой выполнения наших служебно-боевых повседневных задач. Поэтому все идет по графику. Мы намерены к концу первого полугодия к июлю месяца уже завершить вакцинирование военнослужащих. Анна, следующий вопрос. Да. По КазВак, пожалуйста, уточняющий. По казахстанской вакцине КазВак. Я хотел бы здесь отметить, что военнослужащие, большинство в начале вакцинирования ожидали нашу вакцину казахстанскую и поэтому воздерживались изначально. В настоящее время, я надеюсь, сегодня вот пошла первая вакцинация. Вот. Пример министра здравоохранения, я думаю, будет таким вот положительным, и наши военнослужащие будут вакцинироваться и казахстанской вакциной. Еще раз хотел бы отметить, что вакцинация идет на добровольной основе. Спасибо. Анна, есть уточнение? Все, спасибо. Благодарю. Алтунбек Мирлан, также журналист Хабар 24, С нами на прямой связи. Мирлан Кайрдукинс Рахтарынгс. Мирлан, микрофон Сангс. Азри Байянс Хашханжох. Улай болса, болса. Дана Хисимова. Информ, бюро Кизе. Дана, добрый день. Ваши вопросы, пожалуйста. дана техникалық ә, ақауларға байланысты байланысқа ә, шыға жатыр екен олай болса сұрағын жолдады мен сіздерге оқып кетейін Мы все наблюдаем, как действуют ваши коллеги из России и Беларуси, разгоняя демонстрации с применением грубой силы, порой неоправданно. Оцените со стороны их действия, насколько оправдана такая жестокость в их действиях и работают ли с нашими бойцами на предмет корректного поведения, чтобы они понимали, где разница, где граница между их профессиональными обязанностями и превышением полномочий? Ну, э, во-первых, мы не можем давать оценку действиям подразделения зарубежных стран. Это у них свои, есть своя тактика, свои инструкции, поэтому будет, наверное, некорректно давать им оценку. В каждом конкретном случае я хотел бы отметить, что, к сожалению, преподносится только завершающие действия сил правопорядка, когда хулиганствующих Элементов задерживают, но что к этому предшествовало, никогда не показывается. Поэтому я думаю, что всегда силы правопорядка действуют в рамках закона, в рамках тех уставов и инструкций, которые они имеют. Часть касается наших подразделений, личных составов, конечно же, безусловно, мы проводим с ними соответствующую правовую подготовку. Они достаточно подготовлены в правовом отношении знают правила соблюдения законности в отношении гражданских лиц и в строгом соответствии с законом выполняют свои обязанности. Дана вышла с нами на прямую связь. Дана, я зачитала ваш вопрос. Если у вас есть уточнения или дополнительные вопросы, то, пожалуйста, включите микрофон. Спасибо пожалуйста. вам за ответ. Спасибо вам за ответ. Вопросов больше нет. благодарю алтынбек мерлан хабар 24 төрт арнасынан өзінің сауалын жолдады вакцина алып денсаулығы нашарлағандар бар ма оларға қандай жеңілдіктер қарастырылған әрине біздің сарбаздарға біз вакциналағандан кейін вақыт ә, ә, береміз ондай деректілер болған жоқ бірақ біздің өзіміздің алгоритм бар сол алгоритм бойынша оларға біз вақыт береміз Жаубыңызға рахмет. Азат добрый день, ваш вопрос, пожалуйста. Добрый день. Первый вопрос, точнее, уточняющий по вакцинации военнослужащих. Сколько военнослужащих отказалось от принятия российской вакцины «Спутник» и сколько военнослужащим было отказано по медицинским показаниям? Ну, я хотел бы сказать, что вакцинация идет по графику. И в добровольном порядке военнослужащие, конечно же, воздерживаются в некоторых случаях. Это связано опять-таки с определенными медицинскими показаниями. Но вот я уже отметил, все ждали, когда выйдет наша казахстанская вакцинация, потому что все-таки есть определенная надежда, что казахстанская вакцинация намного значит, достаточно эффективная. И наши военнослужащие, наверное, может быть, даже и из патриотических чувств ждут вакцинацию именно нашей казахстанской вакцины. Спасибо. А есть какие-нибудь цифры? Сколько военнослужащих из патриотических чувств изъявили желание получить казахстанскую вакцину? Либо в количественном варианте, либо в процентах? Ну а как вы думаете, есть необходимость вести учет? Я думаю, что в этом нет необходимости. Это дело добровольное, вот, Поэтому я вам просто говорю, что в ходе бесед наши военнослужащие изъявляли в том числе дождаться выхода вакцины, утверждения лицензирования вакцины казахстанской. А сколько скольким отказано пока по медицинским показаниям? Ну, данный учет ведут наши медицинские работники. Соответственно, я конкретно сейчас сказать, что количество людей, которые по медицинским показаниям воздерживаются, воздержались или им отказано, не могу сказать, потому что это тоже связано с определенными, наверное, личными интересами наших военнослужащих. Богдан, еще вопросы? Да, теперь следующий вопрос. Сколько военнослужащих и из каких подразделений принимает участие в обеспечении общественного порядка во время массовых, несанкционированных митингов? Какие задачи перед ними стоят? Какова их роль? При проведении крупных общественных мероприятий военнослужащие Национальной гвардии участвуют в составе комплекса сил полиции по обеспечению охран, по охране общественного порядка. Соответственно, роли их не допустить на месте проведения общественных мероприятий или спортивных мероприятий нарушение общественного порядка или других хулиганствующих действий, которые будут представлять угрозу для мирных граждан. А это в основном какие бойцы? Это те, которые служат сейчас в армии или те, которые уже закончили, остались дальше служить? привлекаются для выполнения охран... задач по охране общественного порядка как военнослужащие по контракту, так и военнослужащие по призыву. А, уточняющий вопрос. А в каких случаях бойцы Национальной гвардии задерживают участников митинга и кем принимается решение о задержании? Наши военнослужащие на маршруте, если на маршруте патрулирования имеется нарушение общественного порядка, то, конечно же, в зоне своей ответственности. Они задерживают нарушителей в строгом соответствии закона и доставляются э, опорные пункты полиции. То есть самостоятельно принимают нарушения? Да? Конечно, они, они отвечают за маршрут несения службы. И если имеется еще раз хотел бы отметить, заметить, что если имеется нарушение, если э, граждане допускают э, административное правонарушение или какие-либо хулиганские действующие, которые представляют угрозу для граждан. Например, ну, например. если например, если, если там ломают витрины, что-то разбивают. В каких случаях? Ну, вот вы уже сами ответили на вопрос. Или в нетрезвом состоянии они допускают определенные э, нарушения. Пристают к людям, например. Ведь мирные граждане mm -hmm. имеют право, наверное, э, быть в безопасности и э, спокойно э, значит, передвигаться. Сейчас В период с 18, сейчас, вот еще, период с 18 по 20-е годы было очень много несанкционированных митингов в Астане, в Алматы. И э, участники сетовали на то, что они ничего такого не совершали, не приставали, не были в непризнанном состоянии, но их задерживали сотруд, представители национальной гвардии. Нет, таких фактов мы не имеем. Если такие факты были, по заявлению наших граждан э, принимаются соответствующие меры. Поэтому каждый военнослужащий знает что если он нарушит э, свои обязанности, э, инструкцию, то, конечно же, будет привлечен к ответственности. Поэтому таких фактов в 18-19 годах у нас не было. Вот. Кроме того, э, надзор за деятельностью Национальной гвардии осуществляют военные прокуроры. По каждому факту нарушения со стороны военнослужащих Национальной гвардии принимается соответствующие меры. Богдадь, есть еще конкретные вопросы у вас? спасибо благодарю ы құрметті спикерлер біздің бізден тағы да бір екі сұрағымыз бар осы ұлттық ландағы қызметтің ерекшеліктеріне байланысты сарбаздарды шақыру талаптары қандай осы жайында айтып кетіңізші қазақстан республикасының азаматтары 18 сегіз бен жас аралығындағы жылына екі рет көктем мен күзгі әскер шақырылымдар атыр. наурыз айында біздің қазір әскерге шақырулы басталды шекара қызметімен қазіргі таңда қорғаныс министрлігіне әскерге шақырулар жүріп жатыр. әскерге шақырушыларды іріктеу және алдын ала зерделеу үшін қазақстан республикасының ұлттық ұланы әскери бөлімдерінің өкілдері тартылады жасақтау үшін іріктеу негізі орта білімнен төмен емес білімі бар әскерге шақырушылардың қатарынан жүзеге асырылады бұл ретте заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған сотталғандығы бар қылмыс жасаған үшін бұрын сотталған немесе қазақстан республикасының қылмыстық процесстік кодексінің 35-ші бабының тармақтарына сәйкес ә, жауаптылықтан босатылған сондай ақ әскерге шақырушның шақырушылардың әскерге шақыру сәтінде белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған сотталғандығы бар жақын туыстары бар адамдар әскерге шақырылмайды жалпы қазіргі таңда біздің ә, ә, қарулы күштерге әскерге шақыру науқаны жүріпватыр жастарымыз келіпватыр сол себепті біздің ұлттық ұланға қатарына келем деушілерге сіздерге әрдайым жергілікті атқару әскери атқару органдарында біздің өкілдеріміз бар сол жерде келісіп біздің он жеті қаламызда әскери мерзімді әскери қызмет атқаруға келулеріңізге болады біздің басқа құрылымдарға қарағанда әскерлеріміз қалалық орталықтарда орналасқан жаңа техникалармен ы жабдықталған тұрмыс қажетті дүниелерінің бәрі жеткілікті жауабыңызға рахмет расымен де баспасөз мәслихаты басталға отырғанда маған смс хабарламалар келіп жатыр осы ұлттық ұланға бірінші курсқа яғни сарбаздарды қабылдау бойынша талаптар толығымен жазылған сондай ақ фархат қайсанұлы ы ұлттық ұланға кадрларды қайда даярлайсыздар біздер ы ұлттық ұланға петропавл военный әскери институтымыз бар сол ә, тармақта ә, жаңағы дайындаймыз әскери офицерлерді Жаңаға сәвердин карловичтің айтқан жаңа ә, жаңағы баянатындағы көрсетілгендей басқа да қытай мемлекетінде ресей мемлекетінде түркия мемлекетінде басқа да мемлекеттерде әскери офицерлерді дайындықта жүргіземіз жауабыңызға рахмет құрметті спикерлер бұл біздің ә, бүгінгі баспасөз мәслихатындағы соңғы сұрақ болған журналистер тарапынан және біздің атымыздан ә, Аланға келіп ақпаратпен бөліскендеріңізге рахмет сіздерден берген барлық видео материалдарды бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне тарататын боламыз үлкен рахмет сау болыңыздар қадірменді көрермен біз эфирімізді тәмамдаймыз аман есен жүздескенше